Добрый вечер всем, друзья, с вами Слэм, это студия CSSL TV, и мы смотрим финал аматорской серии, которая, в принципе, которая вот-вот-вот-вот-вот-вот начнется, и сейчас был минус трейн от Роба, а теперь мы пик мап сейчас решим. Ну, в общем-то, сейчас будут разбираться с картами ребята, они уже сыграли knife раунд за первый черк, и все такое пока что немножко подлагивает изображение, ну и сразу же приношу свои извинения, вот. Так надо было, наверное, начинать эфир сегодняшний с первого полуфинала, но времени не было, и мы начинали, сами видели, с какого счета, но я вот приношу свои извинения за вчерашнее свое поведение на трансляции. Не то чтобы мне прямо дико-дико жаль, но извиниться будет, наверное, правильно. Если я задел своими там словами какими-то команду Sensation или команду Fate, то я дико за это извиняюсь. Вот. Ну, надеюсь на понимание с вашей стороны. Так, ну а расклад здесь такой. Так, Нюк КТ хочет Роги сейчас, как я понимаю, судя по чату и того, что в нем сейчас происходит. Ну и первая карта, видимо, будет реально Денюк. Вторая не знаю какая, но... Узнаем, обязательно узнаем. Ну и на этот финал, в принципе, ставочки здесь делать, наверное, не решусь, потому что Fate вчера очень жестко как бы вот разыгрывали до 15 раундов на первой карте, потом плотный затуп на 10 раундов и отдача, естественно, полного преимущества, плюс овертаймы. Овертаймы, но несмотря на это, как бы свое слово они сказали последним и забрали сразу же две карты. Как я понимаю, здесь сейчас будет разыгрываться карта Мираж. Да, у нас меняется карта на сервере, также не исключен, друзья, крэш Counter-Strike, к которому мы уже, наверное, все привыкли, и давайте посмотрим, что здесь будет. 97 клаб, дефенс, ну и сейчас будет рестарт, разыгрываться на F-раунд за сторону, мы пронаблюдаем за этим великолепным моментом, и потом уже поймем. Ну вот мы видели, 97 клаб на самом-то деле в атаке, они неплохо разыгрывают, и у них четкие раунды иногда проскакивали как-то на планете, но вот во второй половине, когда они играли за КТ, когда они играли с Rush 3D, вот там Роба исполнил, сместился не в ту сторону, и дело закончилось керосином. Ну я пока что жду Найва. Так, нужно, наверное, написать... GoKnife, да-да-да, GoKnife, все, здесь знают игроки уже, что происходит, понимают, и давайте смотреть. Knife раунд на миде, это выбор стороны, ребята, карта первая будет Мираж, вторая, как я понял, ну, трейна точно не будет, наверное, какой-нибудь Dust 2 или Inferno, скорее всего, мы увидим. Ну, вот оно у фейтов вроде как неплохое, и... Может быть и плохое, но я не знаю просто пока по рабочим картам, что будет. Вот было бы у нас времени побольше, игроки бы понимали, что это все идет на трансляцию, это смотрят люди, наверное, смогли бы взять превью, но в любом случае можно будет потом взять пост-вью, но по заказу, по желанию. Ну вот как видим, Медведев и компания здесь давят и... Эх, Славантяй играет. Эс-кикер, Медведев, Роги, конечно же, и как видим, все-таки будут они начинать в дефе, что весьма... интересно. Что весьма интересно. Не ожидал я от них в сторону дефенса, на самом деле. Ну вот у 97 клаб атака была неплохая, поэтому давайте посмотрим, чем дело здесь закончится. Первый пистолетный раунд. И надеюсь, Counter-Strike Global Offensive сегодня сжалится надо мной. Як сжалится надо мной. И не произойдет ничего невероятного и нереального. Не будет никакого крэша. Ладно, первый пистолетный раунд. Смотрим. Ну, тут 4-1. Опять же, палка. Вот. Я, кстати, попросил ник написать нормальный, но вот меня не услышали ребята. Но вот в следующий раз будут под фамилиями загонять. Чтобы было понятно. Там Иванов, я, Петров, я, Сидоров, я. И вот будет нормальный раскладончик. Так, что мы здесь видим? Выход пока что пошел с ковров. Минус от Романа. Первые эскикеры забирают. Медведев забирает Роба. И ситуация 4 в 4. 97 клаб, в принципе, вышли под мост. Нормально, но вот расстреляться им здесь не дают. Опять же, тут залетает от эскикера просто. Вот в ассисте Сроги. Вернее, эскикер в ассисте Сроги. Попадал он там по первому парню, но не вышел. Ну и белорусы пытаются здесь, как я понял, выстрелить себе просто. На перестрелке забрать эту... этот плент, этот раунд. Так, ну, комментарии ваши, ребята, я буду читать в чате киберарена.тв, в группе в Стиме, также хэштег в Твиттере CSSLTV. Продолжаем наблюдать. Так, тут кто-то пишет что-то непонятное. Ну, а там уже финал АМ. Fate против 97 Club. Но белорусы-то точно сейчас будут за них болеть. И посмотрим, как сложится. Ну, вот, по сути дела, первые топ-1 аматорки должны были попадать как бы в старсерию, там, да, на испытание какое-то. Ну, посмотрим, чем дело закончится. Так, здесь, как видим, быстренький эко играет 97-й Club. И...
без особых церемоний вышли с разменом на Романа. Кстати, Роман вот в матче против Rush 3D стабильно давал фраг на Эко. Тоже один из интересных моментов. Ну и, наверное, в Йолум стоит все-таки поднять немножко, как я понимаю, вот, чтобы вам было слышно, что происходит. Мне эта модель терроров не нравится. Друзья, да мне тоже эта модель терроров на этой карте не нравится. Мне нравится одна единственная моделька, но я надеюсь, что скоро будет возможность играть с такой моделькой, с которой захочешь. Хотя, с другой стороны, знаете, на каждой карте есть определенные минусы и плюсы, включая модельки, поэтому... где легче, там прикольнее. Так, Роги с кирпичом, атака. Сейчас на бае бомбу не ставили, но попытается выйти в эскикера. Ну вот она позиция, на которой Робо проиграл, но он проиграл, потому что он яму не добил. И в итоге его здесь просто зачекали, но вот реакции у поджопника хватило здесь, чтобы расправиться с Робо. Продолжаем наблюдать за матчем. И видим, как вот его никто просто не законтрил с первого раза. Медведев, фанган, минус один, стреляется с троном. Ну что ж ты делаешь, а палка тебя контрит. Сака и... даже не Сака, с Галилой. И тут уже 3 в 2. Здесь теперь не до шуток. Фейтом надо что-то делать. У Роги тоже фанган, это жесть. Минус от места. Под мостом вот Роги сейчас должен был заметить игрока нападения. Да, убирает его, лас на троне. И ой-ой-ой, Роги зашел. Зашел что надо. Ну в итоге просто минус девайсный раунд. Улетел 97, потратили деньги, потратили зря. Профита с этого никакого не получили. Как бы даже бомбу не поставили. Если была бы бомба, то, может, еще появился бы какой-то шанс сейчас на бай. Ну, или хотя бы там на иглы. Но все равно надо сыграть эко, хотя, думаю, эко бы поиграли. 2-8, 2-5, 2-4, как видим, по деньгам. Не слишком хорошо. По пингу, кстати, забыл отметить. Вот если посмотреть, здесь пинг преимущественно, конечно, лучший у команды Медведева. Его сладких братьев. Даже не знаю, как еще описать эту команду. Просто такие прям братаны, знаете, вот братки. Братки. Тем временем, кстати, поляки и французы уже играют в киберспорт-арене. Их посадили на отличную линейку с мощными машинами. И поляки там осваивают 120-герцовые мониторы. Кстати, мы на сцену такие поставим, так как все матчи играются на сцене, все такое. Ну, а я узнал подробности лан-финалов SLTV Star Series. И скажу вам так, что есть весьма такие сумрачные у меня негодования по поводу того, что... По поводу того, что финал по Counter-Strike Global Offensive будет играться аж в час дня воскресенья. Вот я не знаю, кто как на это смотрит, но, по-моему, слишком уж жестко. Ну, я надеюсь, что, может быть, там будут какие-то переносы, и его подвинут как-то, там, не знаю, перед дотой вставят, что ли. Типа того. Ладно, давайте смотреть за происходящим. Так, Роман, выход с ямы. Попытка цепить план. Странно, что хелп здесь не сработал. Вот до этого эск у нас занимал нормально позицию. Теперь играет ковры. Ну, заметьте, что против первого бая он разыгрывал. Вот в этой позиции здесь попытался запереть ковры. Ну и фейт здесь, по сути, засчитали атаку. Просто Медведеву не удалось принять перемычку. Но в целом маск должен перекрывать. Плюс здесь давление неплохо создает Роги. Очень динамично разыгрывая зиги. При том, что вначале выходил, тоже чекал. Потом пытался все-таки вот с этого подъемчика сыграть. Ну и на входе в люльку принял. На медле первого, второго... Разыграл на уровне. 2 хп у него осталось, по нему был слишком большой фокус. Ну вот у Романа и Аки есть еще шансы здесь какие-то пробиться на самом-то деле. Если вот выбьют Делпан, можно здесь кинуть дым. Но дыма нет. А, нет, есть. 2 дыма есть. Но при попытке выхода на контакте, как видим, вот хелсбары просто буквально за считанные секунды стали прозрачными у нападения. Счет становится 5-0. Фейт пока что, по-моему, не ощущают команду 97 Club. Какие-то разборки, крики, и опять дрель начинает у меня здесь на душами жужжать. Ну да ладно, вернемся к просмотру, сосредоточимся на КСе. Так, 97 Club, попытка втроем зайти мид сейчас будет, и, как я понял, играют они, да, девайсный раунд. Все нормально, с ям Роман разводит на себя, бомба лежит, мид занимается, при том, что неплохо занимается, но вот флешку Зиги здесь палка практически принял. Будем называть его палкой, надеюсь, он не обидится, врасплох застает перемычку. Падает Медведев, увидел Зиг. Вот шанс отличный, на самом деле, было стрелять. Но мисс Роги почему-то какие... Ну, они какие-то нереальные типы. Слушайте, вышли, дали размен. Вообще изи. 3 в 3. Мисс уходит с люльки. Его, правда, коцают во время пропрыжки, при том, что неплохо. И бомба только-только уходит в руки к атаке. И посмотрим, что Хитмаус не будет делать. Ну, вот его задача здесь либо на пройти, либо на Б. Но не ясно, как сейчас вот этот парень здесь сыграет.
Оп-оп-оп-оп, видел ковры, зажал, убил, все, апленд пустой, 2 в 3 ситуация, бомба должна выходить с перемышки, единственный вот кто мог здесь как-то помешать этому противостоянию это Роги, но уже поздно, бомба уже вышла в плент, но имеет шанс Роги на самом деле подловить, но почему-то вот нетерпение его подводит, с местом они вдвоем, мист отрезает спину Роги, Роги падает от Романа, который на отходе убирает Зик, и счет становится, ну, ситуация 2 в 1, и счет здесь будет уже 5-1, скорее всего, просто потащить такой раунд, конечно, можно, но это крайне... Там ситуация должна быть на стороне дефенса просто стопудово. Ну вот сейчас топает мист и, по-моему, отцепит, да-да-да. Отцепил его все-таки Маус на поджиме. Ну и Роман, как видим, убил 60% вражеской команды. Постарался, постарался. Но у Романа тоже, нужно сказать, немножко повезло. Просто если бы Эск как бы заметил с ковров парня на троне, а это был Роман, то он бы его отстрелил просто, и не было бы разводящего на пленте. Но вот то, что Роман сыграл крайне сдержанно и... Сыграл крайне сдержанно, и вот терпение принесло ему какие-то плоды. Ну, в виде открытого планта, как минимум, мист минус роба тем временем. И, по-моему, это снова дискотека на Б была. Ну, там не дали открыться, пытается сейчас палка сыграть очень агрессивно с ямы. Ну, тот же раунд пытается сейчас на самом деле сделать 97 клуб, только у них два игрока осталось здесь тусоваться. Роги выходит и видит здесь, что подбирает бомбу. Как бы он должен был понять, что пакет лежал здесь. На ситуации 3-2 и два последних голубчика убегают спокойненько послушно на респ. Ситуация для Фэд читаемая, потому что... Хотя зачем? Вот непонятно, почему они решили сразу стянуться на Б, когда можно было просто зайти в перемычку и зачекать парыч или с люльки зачекать парыч. То есть как бы встать здесь или здесь, и можно было бы контролировать мид. Но они боятся, видимо, пропустить ковры. Но там в таком случае можно было бы сыграть на чек. Но численное преимущество пока позволяет им растягиваться по карте. Смотрим, как разыграет Аск. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. На Хелли Аска очень-очень жестко полетела боевая. Как видим, флешка боевая работает, атака падает. Вторая флешка тоже вверх. И белый должен был быть хит-маус, но пока не белый. Васист попадает вместе с Немака. Они вдвоем на демейджили Аска неплохо. Но, ну и на Мауса здесь уже идет безответный просто пуш в исполнении Медведева. Минус, счет становится 6-1. Фейт берут еще один раунд. Ну, наверное, мы... Не будем забывать, что вчера команда Fate также, в принципе, успешно начинала свой матч против коллектива Sensation. И в интернете, насколько... Не то, что в интернете, вот, то ли в матчах Аматорки, то ли где-то еще был такой момент, когда Sensation обыграли Fate. Вот здесь может сложиться так, что сейчас 15 раундов возьмут, начнется камбэк от 97-го клуба. Но чем нам не финал Аматорки? Так, ну а здесь слив под Б, и Роги дает одну гранату, забирает сразу двоих. Ну человек-стрельба, как бы. Зачем мне стрелять? Я с гранаты люблю добить. И попытка убрать роба последнего. Опять же, за Роги в прыжке еще и попадает по голове роба. 7-1 в пользу Fate. Какая-то череда, знаете, быстрых раундов. Они просто вот, не знаю, прессингуют, бомбардировали. Высадились на 97-й клуб из Белоруссии. По жести. Так, ну вот, а пока что идет в чатике Берарена ТВ обсуждение все-таки, как же зовут Тафу на самом деле и откуда сформировался его ник. Так, пуш ямы, минус от Славантяя. Забирают палку. Ну, вот Роман сейчас от Эска может погибнуть, как я понимаю. Ну вот он тут так стоит, что посмотрите вообще. Дым закончится и ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сел подождать. Ну, Эск, естественно, после дыма ушел. Дал гранату. Он, видимо, Романа просто вначале слышал, когда тот бежал еще по ступенькам. Поэтому так и разыграл на гранату. Ну, граната, кстати, не полетела от стенки, взорвалась в упоре, чтобы дать понять, что, скорее всего, у нас плента. Еще один дым ложится здесь Эску. Ну, тут просто сам царь-бог велит за Аркадий сейчас ему. Ну, вот если Роман откроется на Аска и... Ну, если он открывается на Аска, по сути дела, и Медведев падает в центру. Да, Медведев падает в центру. Смотрим Романа. Эск упал. Роман. Нет, Роман халдит. Роман халдит, чекнул яму после минуса на центре. Ну, чтобы сплит как бы не проглядеть, не проиграть сплит атаки. Но ковры отдал. И в итоге одна точка есть дырявая. Роман уже вышел на плент, полетела флешка. Ну, вот неизвестно о Романе. И ой-ой-ой, приземлился такой сладкий голубчик. СК его контрит, 3 в 3 ситуация. Робо 2 хп, минус от Роги. Б плент, заходит атака. И точка пустая, как видим. Если посмотреть по позициям, то у Аки и Хитмауса они достаточно выгодные. 2 в 3 они еще могут попытаться здесь что-то сделать. Может даже очень что-то сделать. Итак, смотрим, что будет происходить. Ну, выбивание 4
Так, нет, минус от Аска все-таки залетает и падает Ака. Два хитмауса есть инфай, ну его тут просто Аск простреливает без шансов, естественно. Ну и это 8-1 в пользу команды Фейт. Не, Роги что-то обезумел. Вот я не знаю, что парни делали только что перед финалом, но вот у 97 Club был напряженный матч, они должны быть, знаете, горячие, разыгранные, как бы, все-таки это финал чемпионата. А парни из команды Фейт, не знаю, что делали, но, скорее всего, играли прак, судя по тому, что они пока что очень-очень уверенно ведут у своих соперников из Беларуси. Вот не ожидал я в аматорке, если честно, увидеть, знаете, белорусов и украинцев. При том, что я не знаю у 97 Club. Вот подкиньте мне инфы. Опс. Вот Слава взял сам себя, сжег пока что. Славантяй, Славантяй. Славантяй, поджигай! Сам себя поджигай. Вот такое прозвище ему, наверное, дали, а Роги там уже даблами просто бабахает. Посмотрите, сейчас был дабл, походу, жесткий. Как я понял, тут еще сейчас вот Зик напрягает мид, но МИД есть инфа. Не, не даб. Не даблкил. Ну и выбил бомбу Роги, дал инфу, естественно, атака сразу ее забирает. Попытается сыграть агрессивно. Это, по-моему, оптимальное решение в данной ситуации. Они заперты, по сути дела. Медведев может против них разыграть крайне. Да, непредсказуемо. На самом деле мог разыграть Медведев, но флешка зашла. То, что надо. Медведев был белый. В спине отрезает места. Великолепно. 97 Club. Ой, как великолепно. 2-1 за одну секунду. Ну вот две такие, знаете, незначительные ошибки в позициях. И ситуация развернулась. Просто. Просто и понятно. Ну вот у Фейт опять начинаются, по-моему, украинские фильмы. Пересмотрели. Пересмотрели, ребята. Ну и Эскикер, естественно, просто ходит и не знает, А это или Б. Ну, почекал. А пустая. Посмотрел мид. Мид пустой. И все-таки решил ворваться на Б плент. Ну, сейчас встанет бомба. Пойдет инфа. Итак, ну вот Таск заметил первого соперника, понимает, что второй, скорее всего, на форесте, вполне вероятно, здесь перекрестный огонь, открывается, флешоный, стоит, прячется за стенкой, ну и здесь без проблем расправляется палка, 8-2. Ну вот так вот команда Фейт подарила просто раунд 97-му клубу. Ну вот каждый попытался в этом раунде, что Медведев на... Не, Медведев на перемычке, понятно, он просто мог там реально непредсказуемо сыграть и задавить атаку, тупо там поставить две головы, но флешка залетела именно в тот момент, когда она там была нужна, и это уже бонус для 97 Club. Ну вот, а Мист, который играл в спину, заходил в спину к атаке, совершил грубейшую ошибку, захотел стать героем раунда и сыграл неаккуратно. В итоге эта неосторожность привела к его неминуемой, естественно, к кончине в том раунде. Ну и дальше дело техники было просто отойти обратно аккуратненько на ковры и выйти на Б-плент в численном преимуществе, поставить бомбу. Ну и эскикер оставался без инфы, его могли качать и на Б. Но вот сейчас у него важный момент, на тайминг он идет чекать яму, и не ясно, чем это закончится. Тут пока что прострелы, минус хитмаус, его сейчас попытаются разменять сразу, он ждет второго выходящего. Падает граната, еще один минус от эска, пистолет в бой, 4 хп и граната. Уволит? Нет, не уволил гранаты, 80 хп оставил, сумел отпрыгать Ака. Роги сейчас будет чекать Б. Вот если Роба он сейчас заметит, то да, заметил Роба. И Роба! Минус Б плент. Инфа для Фейт, мисс стягивается. Естественно, занимает сейчас точку Роба и попытается максимально выгодно для себя здесь разыграть. Ну вот количество его хп, конечно, не радует. Плюс мист Зиги. Несмотря на то, что с Зигой, несмотря на то, что с Диглом, он очень-очень может здесь доставить по первому. Итак, 8-3. 97 Club взяли раунд, как мы видели. Ну вот я прямо в молчании смотрел на все. Кто за новогодний стрим от Тафа и Слэма вместе? Ау, Слэмикс играешь, да. Ладно, 8-3 счет. Белорусы потихонечку начинают чувствовать своих соперников и уже пытаются, как видим, играть очень быстро на аплент. Стали они, конечно, против пистолетов. Был шанс у них здесь зайти на уровне, но немножко не зашло. Смотрим, как разыграет сейчас девайс с кикером. Он получил, в принципе, преимущество здесь, потому что не знают соперники, где он находится. Не, яма его должна чекнуть, но хелпан на это и стоит, чтобы закрывать. Минус бомба есть, открывается дальше на яму. Агрессивно, агрессивно сыграл, но палка ждал такого поворота событий и предсказуем оказался для него соперник. А вот палка
момент упал в яме от аркады места, и 1-2 мист убирает ковры 1-1. Ведь парни позиции мистека, фэй, 9-3. Вот это да. Вот это уровень, ребята. Вот это уровень называется. Ну, вот я сейчас не ожидал, что они смогут так. Такой эпичный момент вытащить. Думал, что все будет намного предсказуемо, но все-таки раунд от команды Фейт. Не, ну вчера эти парни нас поразили, но здесь я вижу, они как-то уж очень, знаете, себя хорошо ощущают. Как бы Эск играет не так, как вчера. В отличие от вчерашнего дня, когда... Ну, 15-5 разворотов в 10 раундов. Не, я бы хотел пересмотреть, знаете, вот кто бы здесь не выиграл в финале, да, куда бы там не попали команды, которые отлетели от команды Фейт, да, я бы хотел все равно посмотреть еще раз матч Фейт Сенсейшн, только на лане и только на лане. Хотел бы посмотреть, чем бы это закончилось. Вот просто здесь тоже, опять же, аматорская серия, это интернет. В интернете вы можете пройти до стар-серии, а вот уже до кланом. Очень-очень тяжело так. Ну, тут 97-го клуба снова начинаются приключения. Они, видимо, вчера по почте отправили команде Фейт русских фильмов немножечко. Ну, и русские фильмы, как я понял, сработали, потому что отдача глоком против выхода с ковров была весьма, знаете, нестандартная. Самое интересное вот в этом моменте. Вот я не знаю, как так получилось. И вот... Ай-яй-яй-яй-яй! Эск хорош! Это просто что-то. Это просто что-то. Как? Как он там оказался? Нет, самое главное, это что он сначала посмотрел за ящик, никого не заметил, хотя чувак там стоял. Ну и думает, ладно, фиг с ним, пойду убью другого. Убивает другого, и все. Мираж Again, кто-то пишет. Так, в чате Steam Киберарены. ТВ забанен, фиг знает за что, но... Тафу вроде зовут Тауфик Амир Хидри. Да, именно так его именно и зовут. Сейчас он, кстати, уже сидит на барике Киберспорт-арены и обсуждает свои планы по танкам, по студийной постановке, которая у них будет. У нас она тоже должна быть на КСе, но вот я пока что не знаю, получится ли это сделать и осуществить. Сейчас узнаю после финала аматорской серии. Обязательно пойду и буду заниматься уже лан-финалами. Тем временем 22:17 в Киеве, полночь, уже 17 минут первого в Москве, скорее всего. И, как видим, Hitmouse сейчас совершает такая... Ну, я бы не назвал это роковой глупостью, но то, что это косяк, это явно. Так, ну вот одного Роги здесь убирает, получает АК, его еще на медле на самом-то деле ждут. Хотя, нет, стяжка пошла. Ну, вот у Роги сейчас шанс играть нормально на деньги, как бы, получить какой-то бонус. Очень агрессивно играет Аск, при том, что с такими предпрострелами, префайрами прогоняет Форест парня. 18 патрон в обойме. Роги падает, ну и также... Ну, вот Роги не дождался просто, видимо, здесь Эска. Аску на самом деле надо было с окна разыгрывать. 10-4, ну на 10-5 97 клуб могут выйти, это нормально. Это нормальный рабочий счет. Во второй половине уже попробуют, наверное, и камбэк, что ли, дать. Но так как это финал, я бы здесь не стал ставить на то, что кто-то в первой половине там выиграет и в безответку. Тем более на последний раунд первой половины, тут посмотрите, какие расклады по экономике плохие у защиты получились. Ну, просто закуп 0, опять же, все на гранатах, диглах, вот береты вообще от Роги, это безумная штука. Ну, вот Роги стоит белый пока. Очень-очень белый. Падает в этот момент Медведев. Пытался чекать ковры. Не дочекался. Ну и атака села на троне. Сидят на троне, заседают. Мне вот интересно, как сейчас Эск сыграет. Потому что у него одна из ключевых позиций и ключевых ролей. Как... Ой-ой-ой! Все, он заметил Аку. Он знает то, что Ака сейчас будет выходить. Даются дальние флешки. Но тиммейты Аки вышли раньше, несмотря на то, что в дым проигрывают пушу от Hitmouse. Hitmouse минус Роги, минус от палки. В плен залетает в места. И Славантяй остается 1 в 3. Ну вот он выходит с дыма, и его контр снова 3 девайса. 10-5 первая половина. В дефолт. Но набор раундов опять-таки был по инициативе Фейт. Они разыгрывали очень быстро, навязали свою игру, но в паре моментов расслабились. Второе дыхание от белорусов и 10-5. Неплохо. По статистике, как видим, 12-12 настреливает Hitmouse, 14-10 ТС, Кроги 16-10, 12-7, Мист Медведев 13-10, 7-10 у Славантяя. 8-14 Роба, Роман 9-13, 8-12 Ака. Ну вот два MVP у Hitmouse за первую половину и Эск тоже два MVP. Ну вот команда как-то Фейт ровно поделила здесь... Конечно же, очень ровно, я бы даже сказал, они здесь поделили MVP-шечки, но давайте смотреть.
Пока что 4 в 4, 4 в 3, 3 в 3, и размены на центре не заставляют себя просто ждать. Вот контроль в атаке приходит опять же из-за Славантяя, который зашел нормально, умел СБ в этот момент. Теск пытался... Ой, это провал космических масштабов, друзья! Бомба, 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 бомба! В этих матчах бомба падает просто сама по себе. Это вот что она у Rush 3D упала в мейне, здесь она упала на КТ-респе. Почему ты прорвался туда и такой пошел с бомбой туда гулять? Зачем? Ну вот здесь будет парное выбивание, конечно, с бомбой на Славантяя. 6 хп, Медведев 100. Хитмаус в этот момент заходит в кухню, и от него сейчас зависит практически все. Вся судьба команды 97 Club. Пистолетка, конечно, в напряг сыграна была. Он еще по сотому, смотрите, пытается попасть. Там вот X2 у каждого парня, флешка в него влетает, дым в него влетает, пропрыжка. Пытается Славантяй забрать бомбу, забирает бомбу, дым лежит. Ну, выйти, конечно, в дым Хитмаусу — это смертная казнь, но он, наверное, стянет сейчас просто быстрее в перемычку. Даже не в перемычку, он сможет здесь зига посмотреть, но лучше вообще с люльки разыграй с люльки, выйди как суппорт и уничтожь. Ай-яй-яй, ну он понял, что дефолт пропускает по таймингу. Славантяй, конечно, прячется, Медведев отвлекает на себя внимание, и он основной здесь, скажем так, будет демейдж-дилер. Первый демейдж за ним, естественно, в этой пистолетке. Против убивания Хитмауса. Ну, это даже не то, что демейдж-дилер, это машина для убийств. 11-5, пистолетку 97 Club проигрывают. Вот тут уже можно и русское кино включать. Хотя пока рано. Пока вот Fate не возьмут 15. Хотя нет, для команды Fate 15 раундов, как я понял, после вчерашней трансляции, после вчерашних матчей, это ничто. А вот, знаете, на карте сыграть не 30 раундов, а вот 130 для них — это нормальный расклад. Просто нормальный. Не, ну не спорю, что лучше. Киберспорт на очень... Так, тут что-то такое происходит в чате. Жесткое. На нюке у Rush был 2 раза лол, мне тут подсказывают. Было так, но тут пока что поджопник фармит. Вот, дофармился, как видим, Роман. Его с радостью. Просто с великой радостью прямо нашпиговал свинцом Зигла, играет. Ну вот сейчас будет фарм с дробаша. О, сейчас мог Хитмаус зайти. Тут еще на халяву отцепить можно Зигу. Ну вот перестрелка у места очень агрессивная. Медведеву все-таки досталась эта плюшка. 12-5, еще эко. Еще один эко для 97-го клуба. Хотя 3-400, 3-700, 3-600. Смотрим. Здесь на самом деле на их усмотрение, что они будут делать. Не, если уверены, почему нет? Почему нет? Я думаю, они могут быть просто очень уверены в себе. Ну вот, как видим, решили все-таки они сыграть без того самого момента. Все-таки слив. Ну, зато врыв под, в яму под флеш. Вот флешка, конечно, это такой жесть. Такая жесть. 6 хп. Остается у палки, при том, что он еще живой остался против линейного выхода, как бы на спрей соперника. Ну и Славантяй здесь просто собирает халяву. На минус 2 хватает Славантяя, отдают они АК, Зига снова занимается Робо, и Робо железно на них, кстати, отстреливает. Ой, как железно. Либо 2 против Эка. Но тут нормально, пофармили, посмотрите, вот Роман 2900, ну тут сейчас будет хороший бай. АВП, самое главное АВП сейчас здесь не пропустить, потому что именно оно пойдет сейчас куда-то контрить, если я не ошибаюсь. Да, вот палка будет играть, значит, с АВП. У 97-го клуба, ну и судя по его направлению, он пойдет на А. Ну это, наверное... Та самая непредсказуемая позиция, как я понимаю. Да, именно, да, вот это, спасибо. Самая непредсказуемая позиция. Не, если его сейчас будут простреливать 2 раунда, я буду улыбаться. Очень как улыбаться. Ну вот пока АВП работает на ура, и минус 2 с этой позиции он отписывает. Ну вот, видимо, ребята не смотрели матч до этого, который был предыдущий, а просто готовились на праке где-то. Ну и Хитмаус тоже поддержал 2 фрагами. Как видим, Славантяй, конечно, дает размен, но одного Славантяя здесь мало. 13-6, первый девайсный раунд, 97 Club, берут. Вот АВП с этой точки сработало. Нужно, конечно, будет там проверить. Мне просто интересно, каковы шансы его оттуда выбить вообще, и чем оттуда его можно выбить. Не, просто понятно, зачем дает дым атака, да, дым дает, чтобы вот с этой позиции никто спокойно не стрелял, но вот этот ящик, это, конечно... Не, ну этот ящик контрится выходом через мид, но тут как бы надо очень-очень четко сыграть, очень быстро и одновременно, чтобы поймать, синхронизироваться с тиммейтами и разыграть.
на два девайса. Там выход с ямы на трон и... Но тем проблема просто в том, что выход с ямы контролируется, опять же. Очень жестко. Ну и пока что минус от Роба. Забирают Медведева в меньшинстве нападения. Играют через коридоры, при том, что все в закрытых позициях. Роги видит... Не видит. Роги ждет люльку. А вот Мист пошел покорять сейчас вершину Counter-Strike и... Разыгрывать будет против Зига и перемычки. Ну вот перемычки сейчас, перестрелка с перемычкой может решить. По сути, 97 клуб, по-моему, должны были засчитать. Ну, тут у них была вся инфа, единственное, что только они не видели, это респ. Но вот этот парень, наверное, уже дал инфу сейчас о том, что может произойти. Уаки. Чек нуля. Ну и пытался выйти с Лавантя из ковров, но не получилось. Сейчас упадет Роги. Ну, по таймингу должны были его подловить. Смотрим на места. И Мист! В одну секунду Роба проигрывает на Зиге. Вот прям дождались они этого момента. Роги, как видим, спокойненько вышел на перемычку. Но и тут был Палка. Вместе с Акой, при том, что Палка забрал его. Так, а ВП где? А, ну да, его убили. Его убили просто по затом раунде. Так, ну вот будут придерживаться, значит, такого, знаете, штурмового дефенса 97 клуб. Но пока отыграли несколько раундов, тоже неплохо. Как ни крути, отыграть два раунда тоже прикольно. Ну и экономику, конечно же, они атаки сразу посадили. Но несмотря на это, тут вот уже пошли фанганы. Вот она, палочка-то как заходит, а хорошо. Ну, Славантяй там что-то пока что не рискует. А, хитрый план Славантяя такой. Знаете, вышел, пострелялся, вышел, пострелялся, вышел, убил, ушел, умер. Умер, когда вышел еще один раз. 13-8. 97 клаб догоняют. Потихоньку фейт. Насколько все серьезно на самом-то деле? Очень серьезно. Прямо ультра серьезно. Так, ну и выход на мид снова покарал Палка. Нет, все, тут уже безумят просто. Сейчас белорусы врываются на центр в аркаду. На белый проходит так, Аку спалили, пытается выйти с префайром, не вышло. Роги отдает позицию. Методон, декой лежит на тупке. И, как видим, атака в меньшинстве заперта. По сути, на коврах под Б. При том, что мид здесь, наверное, дефенс уже отдавать не будет ни при каких обстоятельствах. Ну, максимум, что произойдет, это какая-то смена позиции. Но мид должен контролироваться в такой ситуации. Вот единственным... Не, был бы полный провал, конечно, если бы они бомбу оставили, я имею в виду фейт на центре. И я бы Ctrl-Def. Но тут еще есть какие-то шансы разыграть. Ну, шансы разыграть под Б упрутся, например, вот в эту позицию. От Романа. А Роман, как видим, ждет просто сразу в чепчик. Вот он, как видит этот белый, этот супер-голубой берет от террора. Он его должен будет запирать. Да, Славантяю там просто не дали сыграть на... А, нет, Славантяй здесь пытается разыграть вместе с Роги. Они выбивают мид. Но здесь не надо выбивать мид. Они тут вдвоем. Здесь два и три по плентам. На Б в одного надо было играть. Не рискнули. Не рискнули просто так разыграть фейт. Хотели, видимо, твердо настоять на своем. На своей стрельбе. Ну и сейчас у них будет, по-моему, не совсем правильное решение. Вот выпад мид, при том, что выпад мид контрится Акой под флеш. Ну тут закрывают Аки просто как бы мид. И он дает последний минус по Славантяю. Потрясающе играет Палка. Вот по статистике там, наверное, уже 17 на 16. 3. Ну 45 очков. Неплохо. Неплохо. Вот если можно было бы статистику там попадания вывести и... контры, то... Ну сколько АК? Раз, два. Там на эко-раундах сделал минус два. В первом девайсном раунде сделал тоже минус два, при том, что весьма наглым способом, со своей супер непредсказуемой позицией, которую мы уже отметили в полуфинальном матче аматорской серии. Ну и сейчас он продолжает делать то же самое. На этот раз, правда, здесь никакого сопротивления атака оказывать, видимо, не хочет на него, потому что это эко, и на эко-запаров никаких нет. При том, что эко весьма неординарные, они спокойненько... Спокойненько по разным позициям разбегаются, не ломятся в одну точку, пытаются хоть где-то что-то зацепить, посмотреть позиции. Ну и сейчас... А, не, ну это такой был читаемый. Даже если они хотели посмотреть какие-то позиции, что-то спалить, вряд ли из этого что-то вышло. И, как я понимаю, готовится фаста. Фаста с прогреном, да-да-да, сразу влетает первая флешка, два игрока защиты белые, проходит инфа, вторая флешка, третья флешка, но, как видим, защита уже отошла от флеша, все сели в антифлеш, занимается трон в позиции хитмаус белая, АВП от палки, белая, Роба в дыму, Роман с Б, стяжка, Роги, ковры и Славантяй минус палка, АВП забирают, минус хитмаус, забрали плент и не дали разыграть свою пользу в защите,
Ну и смотрим, что будет делать здесь мист. Мист врывается сразу на Далпан, чек Далпана, Далпан пуст, чекает КТ. Ну, с КТ, как видим, здесь уже все ушли. И ситуация 5 в 1. Ну вот вам ответка от Fate залетела. Вот на вторую серию баев они просто взяли и сокрушили дефенс белорусский. Или белорусский дефенс, так, наверное, правильно было бы сказать. 4 раунда преимущества у Fate. И первая карта пока что идет к ним в руки. Но вчера на Мираже парни показали высший пилотаж. Это вот взять 15-5 и тк. Ребята борются за выход в Стар-серию. Ну, по сути, да, первое место должно попасть в Стар-серию. Я, правда, сам, если честно, точной инфы у меня нету. Но у меня была такая инфа, что топ-1 попадет 100% железно в Стар-серию. Как бы. То есть, если бы я решал, кто туда попадает, то может быть, может быть. Не, вот, на мой взгляд, в этом сезоне просто в Аматорке действительно играют сильные команды. Sensation, Fate, вот 97 Club, они все себя хорошо показали. Тем более, они все хорошо очень отзывались. Вот, много, много мне писали по поводу того, что крепкие парни, почему они не встали. Но количество стар-команд, опять же, ограничено. Ну и встали там будут практически все самые известные киберспортивные клубы Европы. Так что, типа, не то чтобы места заняты, но все же. Не, ну я точно уверен, что если вот сейчас, например, здесь топ-1 попадает, скажем, в Аматорку, да? Российская порноиндустрия продолжает жить своими темпами и набирать обороты в важных раундах. 14-11. Не, просто я за то, чтобы из Аматорки люди выходили в про-серию. У нас так, скорее, я просто не знаю, какая будет про-серия на 5-й сезон StarLadder и... Если бы я знал, можно было бы хоть спрогнозировать. Но здесь, по-моему, можно победителя будет пригласить в Стар-серию попробовать свои силы. Ох, поджим меда от Роба. Ой, законтрил мисс, ну видел, в пропрыжке, молодец, спиной, но заметил. Заметил, вот едва Зиг только упустили здесь сейчас Фейт. Могли дать вообще сразу минус 2 на центре. Но в размен сыграли, опять же, немножко дернули деф, но... Не особо сильно. Подал в этот момент Славантяй. Посмотрите, что творит. Просто без шансов для палки. Яма в упоре. И АК. Перемычка. Два девайса. Минус. Хитмаус. Фраг. В яме. Ну, по хитмаусу прошла инфа. Его контр просто с перемычки сразу. Это Роги. И 3 в 1. Роман 16 хп. Ну, вот Роман пойдет съест банан. Пока товарищи терроры будут на А развлекаться с этой бомбой. Так, блин, мне кажется, не затащат белорусы. Но это только первая карта. Я бы вот поставил на... Тут уже люди пишут за милицию. Вот на нюке белорусы очень уверенно выглядели. Я хочу нюк второй картой, чтобы там реально подрались парни. Вчера, кстати, тоже в Фейт играли нюк. Ну и Мираж нюк, по-моему, самые ходовые карты у команд, которые... команд аматорской серии, которые попали опять-таки в финальную стадию. Правда, я не видел еще одного стыкового матча параллельного, где Rush 3D Junior играли... Rush 3D J дрались. Но вот 97 Club оказались им не по зубам. 15-11, матчпоинт для Fate. И, возможно, сейчас первая карта достанется им. Ну, ура. Сейчас зайдет авик от Роги. О, там аркады мид. Вот это вот палево, конечно, для белорусов полное. Здесь как бы, посмотрите, просто hold this position. Хотя, несмотря на то, что их спалили, они все равно вот решили свои стальные выкатить. Зашли, зааркадили. Подловили атаку в центре, но разыгрывать, конечно, будет им очень-очень больно. В этот момент на проходит через дым товарищ. Ну, вот Эск. Эск пытался проскочить вот по прямой, чтобы занять перемычку, не вышло. Эти два персонажа, как видим, Медведев и Роги не убили здесь никого. И расклад в том, что сейчас они просто встанут в Роба, который зашел в аркаду, дал минус один, нужен размен, он тут борется с Роги, 30 хп, и попадает по нему хедшот, залетает 15-12. Не напоминает вам счет никакой другой, не? Тут команда Фейт, я просто представляю, знаете, берем 15 раундов, как бы, да, и едем домой. Да не, просто вчера игра, может, у них не зашла, но по прогнозам... Они должны были вроде бы как выигрывать. Черт, какой нереально гладкий коврик из Global Offensive. Как меня он радует. Как на нем хорошо себя чувствует Кинзу со своими ножками. Правда, ножки от Сенсея вообще. Вот это вот. Такая жесть. Так, ну что, смотрите, пошел выход на ад. Фейт очень быстро принято решение было разыграть.
У них пара быстрых раундов получилось, несмотря ни на что, но здесь они встали стоп-флэш от защиты, СК отбил ковры, но тут уже нас Делпана, как видим, движуха целая у белорусов. Ну и надо отходить отсюда. Отходить, убегать, смотреть респаун. Роги, конечно, на троне. Уходить не хочет, перемычка смотрится, при том, что не сама перемычка, а вот подсадка для чека, и может там даже залетит кому-то. Но если посмотреть по позициям, здесь как бы 2-1-2, и мид сейчас пойдет в аркаду. Ну вот если мид пойдет в аркаду, минус, конечно, но атака открывается слишком рано, надо было еще чуть-чуть подождать, но они не знали, они здесь действуют, скажем так, больше ва-банк, пока что палка ставит, и минус от хитмауса, последний вескер, минус 2 от палки, 15-13, 2 раунда преимущества, сохраняет за собой все еще фейт, сейчас играется фулл-бай, у них будет, да-да-да-да-да, тратит последние деньги, Медведев покупает Галил, у него ничего нет, но есть две флешки, есть армор, вторые арморы вроде бы у всех, защита тоже прикуплено весьма неплохо. 3-8. Дым на центр будет падать от места. И пробег от Медведева первый. Давайте смотреть. Посмотреть, что делают белорусы. Укрепляют та втроем сразу от одной позиции. В мид никто не заходит у дефенса. И атака занимает спокойненько мид. Будут контролировать выход с перемышки. Там сейчас будет попытка врыва. Но вот дым, конечно, здесь помешает немножко нападению их принять. Но в целом вроде все прошло как по маслу. Мист еще пошел, задавил роба. Знают, что Зиги, наверное, сейчас будет выходить аркад. Роман заходит, его нужно, конечно, было забирать. Но забили, забили на него. Здесь легче, здесь лучше сосредоточиться реально на хитмаусе. Это понимают сейчас фейт. Забрасывают хитмауса, взорвали еще вдобавок. Ну, 27 хп у молодого человека. Посмотрел он спину. Залетает Грена в плент, минус у эска. 40 хп, ставится пакет. Ой, там такой чек просто на опыте, а. Ну, в перемычке падает Роман. Как видим, и сложная ситуация у хитмауса. Минус один. При этом, при всем, как бы сыграли в развод. Ребятки из фейт, если вы заметили. Бомба-то стоит на Б, и вот тут роги... Круговорот воды в природе нам. Не, он просто бегает, как вихрь. Ну вот, все, хитмаус, чё, пуп. Вот-тут-тут-тут. 16-13, первая карта в пользу команды Фей. Друзья, первое очко за ними. Ну что ж, вернусь к вам после небольшого рекламного ролика и, возможно, музыкальной паузы.